Виктор, тут сразу много событий интересных стало происходить за последнее время, и очень хотелось бы, чтобы вы, как у вас это прекрасно получается, вложили это в какую-то матрицу, если хотите. Поэтому давайте начнем сразу с первого события, Давайте. важного. Почему-то Син Цзиньпин вот совершенно недавно, буквально несколько дней назад, взял и позвонил Зеленскому. А перед этим Ну, его посол разразился замечательной речью во Франции и сказал, что вообще непонятно, что это за страны-то бывшего Советского Союза, они вообще не имеют никакой легитимности. Мы-то знаем, что китайские послы ничего просто так не говорят, да? Ой, конечно, ну что? Они даже не просто так не появляются и не вырастают. Там все очень сложно, да, вы правы. Но вы знаете, я хотел, чтобы над нами, когда мы будем говорить о Китае, о России и о Украине, что над нами нависал столетний монстр американской дипломатии Киссинджер, который когда-то, в 70-м году уговаривал Никсона, да и всех там, кто там в Вашингтоне были живыми, о том, что надо оторвать Китай от СССР. И он это получилось у него, надо отдать должное. И сейчас он уже, в отличие от Клинтона, который говорит, да, я допустил ошибку, что мы забрали ядерное оружие. Это. Но Киссинджер не тот человек, который признается в своих ошибках. Знаете? Вся Америка говорит, это была наша ошибка, мы подняли Китай. А Киссинджер говорит, нет, все было очень мудро, но что-то не досмотрели, потому что, видимо, меня уволили не вовремя с работы, но 100 лет человеку. А я про другое. У Киссинджера есть очень хитрая стратегия, уже связана не с Китаем, но имеет прямо отношение к нам, к ответу на наш вопрос. Это так называемая маятниковая дипломатия между арабскими странами, между Палестиной и Израилем. Так вот, на самом деле, когда мы с вами будем отвечать на вопрос, а что происходит в китайско-украинских отношениях, то, конечно же, надо помнить, что, кажется, китайцы тоже сейчас применяют маятниковую дипломатию. Начнем с конца. Один из результатов немножко скандального, конечно, разговора президента Зеленского с президентом Китая Си, он скандальный в том, что мы получили официальную структуру ответа этого телефонного разговора не от украинских дипломатий. Это очень неправильно. Не из офиса президента, еще хуже, а из Пекина. Пекин рассказал о том, о чем говорили. Это нехорошо. Это говорит о неравенстве участников телефонного переговора. Вот в чем дело. Но возвратимся немножко раньше. Понимаете, мой основной тезис два. Первый, самый абстрактный. В мире все подгорает. Все. ООН, экономический кризис в Европе, в Соединенных Штатах, начало избирательной кампании в Соединенных Штатах. Проблема инфляции, проблема какого-то нового мирового устройства, ожесточенные бои в российско-украинской войне, даже не говоря про то, что мы не говорим про наступление, просто идет огромные военные действия на фронте в 1000 километров. То есть и много стран теперь задействовано в самых различных оригинальных ситуациях. Но когда мы думали, что Китай будет посредником между Ираном и Саудовской Аравией, между шиитами и суннитами, и будет Китай, точно самый, как когда-то Америка, Кэмп-Дэвидское соглашение было посредником между Израилем и палестинскими и арабскими странами. То есть в мире происходят совершенно необычные новые обстоятельства. Вырисовывается мощный антиамериканский альянс Россия, Иран и Китай. Помните, и 1,5 года назад я вам говорил невинную такую фразу, а вы так подозрительно на меня смотрели. Я говорил, существует антиамериканский тайный альянс, который еще не развивался, но он идет полным ходом между Берлином, Москвой и Пекином. Он сейчас развалился, и надо отдать должное, Германия стала на сторону Украины, а не на сторону России. Это действительно реально, это факт. Но, видите, мы получили нового члена антиамериканского альянса, это Иран, но его не сравним, конечно, с Германией, даже близко. Не это хотели архитекторы этого альянса, они чего-то другого хотели. Не самые худшие должны были объединяться, а самые лучшие должны были объединяться. Ничего не получилось. Возвращаемся с Китаем.
Понимаете, это первый тезис, что все в мире скрипит, тлеет, загорается в экономическом плане, компьютерные проблемы, идеологические, ну что угодно, не будем... Второе очень важно, на котором весь мир мучается, но мы больше всего, потому что мы эти ПЦР, это ускорение всех негативных и позитивных тенденций, которые происходят в мире. Настолько быстро, что, скажем так, интеллектуальная часть или СМИ мировые не успевает понять, что происходит, а смотрит уже не на предсказания, а на результаты. Это необычно. То есть постфактум. Да, это очень необычно для мирового сообщества. Я вот смотрю, ну, правда, технический перевод, я не такой талантливый транслейтер. Я смотрю западную прессу, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, там, понятно. Все, что может нам помочь Google, а пока не другие системы интеллектуальные. И я вижу, что они тоже сомневаются. Они, знаете, там получаются яркие какие-то, талантливые какие-то политические аналитики. Но, как правило, они заканчиваются предложениями, которые трудно назвать перспективными. Это скорее предложения международные, особенно для Украины, предложения попытки, предложения размышления. Ну, например, мы будем вам помогать, то, что мы в прошлый раз все на вечерницах обсуждали, мы будем вам помогать, и Россия отойдет, и если Россия опять восстановится и будет нападать, мы будем вам опять помогать. Ну, понятно, что такой садомазохизм украинскому обществу точно не подходит, понимаете? Я не спорю, что это как-то возвеличивает военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, но и Европа тоже к этому не относится. Смотрите другой совершенно пример. Макрон приезжает и говорит, нам нужна стратегическая дистанция с Соединенными Штатами. Тоже мне маленький Деголь какой-то. Ну, Деголь-то хоть был 1,92 м, понимаете? А этот же все-таки 1,62 м. Это же большая разница. Нельзя так чувствовать себя Деголем в стране, которая тебя не сильно уважает в связи с пенсиями. То есть, помните мой ответ на такой же ваш вопрос, а зачем это надо было Макрону? Я сказал, ну, он хочет затмить экономические, социально-экономические неудачи внутри страны международными удачами. Ну, тоже как бы трудно сказать. И Германии это не понравилось тоже и так далее. То есть, видите, попытки. Ибо я возвращаюсь к Китаю. Китай тоже работает таким методом. Но третий мой тезис относительно российско-украинской войны и роли Китая заключается в том, что да, все надеются на Китай, потому что это вторая, а может быть и первая страна мира по экономике. Но, к сожалению... Все это кто надеются? Сейчас скажу. Международное сообщество вместе с Соединенными Штатами. Но хорошо видно, что геополитическая политика, крупные масштабные вещи Китаю не удается. Он скорее середняк. Он скорее только начинающий геополитический игрок. И мы все думаем, ну вот он скажет что-то такое, он сделает что-то такое, что заставит мир убедиться, что не Соединенные Штаты, а именно Китай становится миротворцем и главным игроком. Ничего не получается. Ну, например, Китай играет старинную голливудовскую игру. Ну, даже не ставую, а даже НКВДистскую, может быть, еще. Хорошего, плохого полицейского. То есть... Он приезжает в Москву, Си Цзиньпинь, разговаривает с врагом номер один Украины, президентом Путиным, а потом уезжает, а Путин еще больше угрожает Украине. И на несколько дней после отъезда, пока поезд или самолет с Си Цзиньпинем добрался до Пекина, он объявляет о расстановке ядерных оружия в Беларуси. Но я думаю, это значит неуважение Пекину. Ну, по крайней мере, Си Цзиньпин должен был снять домашний тапок и бросить в сторону Путина. Но он этого не делает и почему-то молчит. Это и есть хороший, плохой полицейский. Китай и Си Цзиньпин говорят, что давайте жить мирно, мировые границы неприкосновенные, и тем более нельзя распространять ядерное оружие. А злой полицейский, Путин говорит, а я это так и сделаю. И обратите внимание, что хороший полицейский его не ругает. Дальше, вот вам другой пример.
Подождите, то есть получается это совместная игра тогда, если хороший Да, да. Я просто хочу сразу показать, помните, это же мой один из доводов того, что на самом деле это очень слабая для международных отношений игра. Но так не работает в 21 веке, понимаете? Это может быть очень хитро там в районе где-то Пекина и Москвы, но для мира, который находится в очень сложном положении, вот такая игра страны, на которую много надеются, никто не надеется на Россию, но многие рассчитывали на колоссальную мощь Китая. А Китай ведет себя, скажем так, третьестепенную такую игру. Когда я говорю, что Китай является экономическим гигантом, но всего лишь середняком в геополитике и в международных отношениях, то я просто беру по аналогии то, что говорили в 70-е годы про Германию. Экономический гигант Европы и политический, геополитический карлик. И Германии это нравилось, пока они не стали тайно заводить ось Германия, Россия, Пекин, которые, как, если вы заметили, плохо закончились. То есть Германия по-прежнему осталась геополитическим карликом. Это 100%. Я не хочу сказать так про Китай, поэтому я говорю осторожнее. Это середняк геополитический. Они не умеют еще играть масштабно, и им кажется, что тонкий перевод и мелкие игры типа хорошего, плохого полицейского, это и есть тот стиль, который докажет, что всему покажет всему миру, что Китай, ну, по геополитике не слабее ни России, ни Европы, ни Соединенных Штатов. Поэтому Соединенные Штаты не сильно переживают. Вы заметили, что весь мир не обратил внимания, когда Саудовская Аравия и Иран нашли общий язык при посредничестве Китая. Когда я читаю американскую прессу, они говорят, ничего страшного, мы прекрасно понимаем, что они не справятся с этой задачей. Я уже не говорю бешенство Израиля, который говорит, не, посмотрите на него, большой китайский сосед вдруг решил, что он сосед со всеми странами мира. Он что, видимо, не понимает, что это все не так просто? Что нельзя, передав ядерное оружие и баллистическое Северной Корее, нельзя, передав секреты ядерного оружия Пакистане, на полном серьезе передавать ядерные секреты Ирану, Израиль, и не только Израиль. Миру это не надо. Потому что Иран просто нельзя освободить. Через 20 минут, когда они закончат закручивать последнюю гайку на тактическом ядерном оружии, они же нажмут красную кнопку. А Китай делает вид, что это не страшно. И почему? Потому что это далеко от него. А там какой-то маленький Израиль или еще что-то. Возвращаясь сюда, посол, нагловатый, конечно, посол, как они его называют, дипломат-волк, то есть яркой, мощной речью. У нас был такой дипломат-волк, помните, посол Украины в Германии, который обзывал там всеми сосисками там и так далее. И, кстати, это, конечно, плохо, но, с другой стороны, это как-то повлияло на немцев. Они все-таки передали нам леопарды, а главное, с немецкими крестами. Это очень важно, чтобы они шли с немецкими крестами и с Украины желто-блакитной этой маркировкой. Это очень здорово, когда немецкий танк красивый идет на восток. Ну, как всегда, понимаете? Но этот раз уже с благородными намерениями. Это очень важно, кстати, очень важно, чтобы Германия чувствовала. Так я повторяю, китайский посол во Франции вдруг заявляет о нелегитимности границ новых государств после 91 года. А теперь смотрите, что значит слабая геополитическая игра. Вместо того, чтобы Пекину согласиться, да, это наша точка зрения, и войти в большой скандал какой-то, они в это говорят, это его личная точка зрения. Если, ну, руководитель пресс-службы МИДа Китая, женщина, заявляет, это его личная точка зрения. Знаете, 2000 лет тому назад, когда царство додумали, что есть люди неприкасаемые, и их называются послами, их нельзя было убивать, и чтобы они ни говорили, их нельзя было отрезать головы. Это считалось очень плохо. Посол принципиально не может иметь личной точки зрения. Он передатчик дипломатической воли своего государства другому. Поэтому не надо говорить. Вот вам пример слабой геополитической игры, очень похожий, плохой-хороший. То есть посол во Франции, в Китае плохой посол, но он остается на своем посту, хотя надо было, есть красивое выражение, в течение 48 часов был отозван на родину. Ничего такого не произошло. Ничего такого не произошло. Это говорит о том, что Китай на самом деле не знает еще, что делать с большими проблемами, но уже влез. Влез в большой Восток, влез в большую Европу. Большую Европу, я считаю, ЕС –
Великобритания и Украина. Вы извините за такой пафос, но это так, понимаете? Границы Европы будут заканчивать на границах Украины-Российской границы. Тут уже ничего не сделать. География может быть продолжаться, но на самом деле Европа ценой тяжелых боев с Россией окончательно определит свои границы. Не от Лиссабона до Владивостока. Да. От Лиссабона до Харькова. Харьков будет передовым европейским городом, что он с большим удовольствием, мне кажется, будет великолепно выполнять. Можете не сомневаться, это будет просто здорово. Поэтому вот эти обстоятельства. И дальше, и последнее, мы помните, с вами вспомнили про Киссинджера и его знаменитую хитрую политику. Он действительно раз 20 ездил и договаривался и с арабами, и с палестинцами, и с американцами, и с израильтянами, пока не заключили Кэмп-Дэвидское соглашение. Теперь точно так Китай говорит, мы даем им специального представителя. Я не называю его фамилию, я боюсь его запомнить, потому что это очень площадная брань, у него очень тонкая китайская. Может, он и был там великим там, каким-то бароном в древности, но сейчас это неприлично. Специальный представитель обратите внимание, опять хромота, троечники китайские, по урегулированию украинского конфликта. Да не украинский у нас конфликт, а у нас война, вторжение России в Украину и оккупация части нашей территории. И поэтому по всем законам дипломатии и политической истории это называется российско-украинская война, а не украинский конфликт. Если он же хотел показать мощь свою, то Си Цзиньпину и МИДу Китая надо было назвать по урегулированию российского конфликта. Мы бы сказали, да, они на нас напали, это не имело отношения. Но вместе этого нам говорят, что это ваши проблемы, а не проблемы России. Получается так. Но я вернусь к новому дипломату, который приедет в Украине и будет ездить между Москвой и Киевом. Чувствуется рука Киссинджера. А может быть, Киссинджер там где-то и дышит в спину, понимаете, китайцу. То есть, если пойти по старой доброй традиции, что если... условно говоря, ружье висит на стене, оно должно выстрелить. Да, значит, Киссинджер, которого вы подвесили условно в начале, он должен тоже что-то сделать. Ну, по крайней мере, специальный представитель это и означает. И означает о том, что он будет мотаться между, скажем так, столицами мировых держав от Киева до Москвы и искать какой-то, как им консенсус. А мы знаем, в чем наш консенсус. Выход украинских войск на границу 91 года. А вот нюанс, это очень важно, то, что вы сейчас сказали. Я правильно понимаю, что вы так намекаете очень прозрачно, что Америка вот здесь вот во всей этой игре очень даже в деле? Я скажу циничней. В этой всей игре Китай тоже в этом деле. Потому что когда-то, возвращаясь к разговору полтора года назад, я вам сказал, когда стал вопрос об оси... Я сейчас отвечаю на ваш вопрос. Угу. Об оси Германия, Китай и Россия, Китай сказал, а помните, как в 89 году Соединенные Штаты заставили нас напасть на СССР? И после этого Киссинджер в своей знаменитой книге «Дипломатия» сказал, да, действительно, это ясно, что теперь мы имеем право помогать Китаю. Вот точно так Китай хотел, чтобы Россия, Путин напал на Европу, на НАТО, на Украину, чтобы он доказал свою антизападность. То есть это игра в Даманский, я так Даманский, понимаю. Да? Даманский. Угу. Но когда тут не получилось с Даманским, когда Украина отбила нападение и стала наступать, теперь Китай вдруг понял, что у него открываются другие шансы. Мощная западная и американская поддержка ослабляет Китай. И Си Цзиньпин специально приезжал в Москву, чтобы убедиться, что у Путина есть только предложение о пощаде и о помощи, а не о равенстве отношений между Китаем и Россией. Вот в чем дело. С каждым месяцем, вы сейчас поймете, почему я сказал с каждым месяцем, а месяц быстро бежит, смотрите, как начало года. С каждым месяцем Россия слабеет по отношению не к Украине, не к Западу, а к Китаю. И очень ослабленная после войны Россия – это прекрасное достижение Китая.
Китай тоже не заинтересован, чтобы Россия выиграла. Когда Путин стал развивать свою концепцию, что у нас 30 миллионов мужчин, и мы можем завалить их Украиной, и мы можем до бесконечности на истощение воевать с Западом и с Украиной, то он забыл, что Китаю выгодно истощение России больше, чем Западу, чем Соединенным Штатам. Это очень важно. Ослаблены. И Путин, и Си Цзиньпин специально ездил туда и пытался пить водку в обед с Путиным, чтобы убедиться, что на самом деле это уже не та Россия в начале договорных отношений, когда Великая Россия и Великий Китай выступит мощным фронтом против Великой Соединенных Штатов. Нет. Завязнув в российско-украинской войне, не сумев сделать СВО за несколько месяцев, Россия поставила крест на равных отношениях между Соединенными, между Китаем и Россией. Поэтому, когда мы говорим про пекинского дипломата, который будет применять методику Киссинджера и ездить туда-сюда, то он будет ездить очень медленно. Очень медленно, потому что он долго, он скажет, вот я себе приехал в Киев, а теперь мне нужно от ужасов этих отдохнуть в Пекине, ну, набраться каких-то там рекомендаций. А потом он через полгода поедет в Москву, а Москва уверена, что Китай сейчас заинтересован в быстром разрешении и остановке войны. Нет. Китай заинтересован. Нет, Китай не заинтересован. Китай заинтересован, чтобы каждый месяц войны ослаблял все сильнее и сильнее Россию. Россия. Да, Россия, в которой Запад не боится тактического ядерного оружия, это уже не та же самая Россия, которая вступала в войну. Вот вам настоящий факт. Вы же видите, как они жалуются сейчас, россияне? Почитайте их. Они говорят, так, они уже нас, оказывается, не боятся. Да, это и есть доказательство того, что уже нет второй армии мира. Это уже понимают все. И Запад. Не, они этим не радуются. Они просто понимают, что мы можем сражаться. Но оказывается, что Россия не такая могучая. И Китай тоже в этом имеет свою выгоду. Значит, мы будем иметь неравные отношения с Россией. Автор, а, скажем так, неравные отношения, что Китаю всегда очень приятно. Вот такой неожиданный вход. Виктор, вот в продолжении того, что вы сейчас сказали, мне сейчас вспомнилось мое интервью с Джоном Хербстом за год. Ой, очень умный. Ой, как нам тогда повезло с этим послом. Просто великолепно. За год до Большой войны. За год. И он тогда сказал, что когда все это прекратится, вот, да, когда еще не было Большой войны, то Россия будет очень заинтересована в Америке, потому что когда Китай на нее нападет, никто больше не сможет прийти ей на помощь. Абсолютно. Но это было до Большой войны. А вот я, кстати, не знаю, вот повторил бы он сейчас это, как вы думаете, вообще этот сценарий еще возможен? Повторил, потому что на самом деле самый страшный конфликт, который опасен даже для Луны, я не говорю про для Земли, это конфликт Соединенные Штаты и Китай. Если этот конфликт можно избежать за счет других маленьких конфликтов. Так что и Небоженко, и Херст правы, понимаете? Да, да. А конфликт с ослабленной после Западом и Украиной войны России с Китаем будет полууправляемым. Потому что прежде чем начать какие-то, скажем так, Адаманский-2, агрессивные какие-то действия, Китай будет получать некое соглашение от Соединенных Штатов. Это раз. И теперь самый главный аргумент, что, может быть, американец не мог бы сказать. Ведь на самом-то деле речь идет о нейтрализации ядерного щита России. Вот в чем дело. Когда у нас говорят, когда у нас говорят, если ядерный щит России сохранится, то Китаю выгодна Россия. А если ядерный щит не сохранится после войны, то Китай выгодна России только как источник полезных ископаемых и каких-то там территориальных приобретений. Даже небольших. Китаю нужна тоже маленькая победа, вы же не забывайте. Более того, эта маленькая победа должна прикрыть или быть основанием для победы над Тайванем. Угу.
Конечно, да, конечно. Они не могут пойти в сторону Бирмы, там тяжелейшее положение. Они не могут пойти в сторону Малайзии. Они не могут пойти в сторону Вьетнама, потому что Вьетнам один раз уже выиграл войну у Китая. Они могут пойти только на север. Они даже не могут на запад пойти, потому что там огромные Гималаи. Там, ну, некуда, там нечего захватывать. Они могут пойти только на Тайвань и на север. У Китая при огромной динамике и гром росте национализма, я когда-то вам рассказывал, Китай цивилизация. Но испытав социализм, испытав капитализм, у них осталось только один шанс испытать национализм. Это очень серьезно, это очень опасно будет для мира, когда вдруг средний китайский класс почувствует национальное превосходство и начнет с большими кровавыми маленькими узкими глазками приставать к Корее, Тайваню, а главное к Японии. Историческому врагу Китая. Историческому. И американцы только пожимают руки, возвращаясь к тому, что ослабленная Россия – это прекрасное место манипуляции и для Соединенных Штатов, и для Китая. Давайте введем еще одного игрока, если позволите. Это Америку, потому что она-то тут уж точно на первом плане. А в Америке интересные события развиваются. Фактически началась избирательная кампания. Байден говорит, что идет на второй срок. Трамп после какого-то периода провисания в рейтинге вдруг сегодня, вот то, что сегодняшние рейтинги дают, и то, что мне говорят американские аналитики, то на сегодня выглядит так. Трамп и Байден. Снова. И здесь очень интересный момент, потому что с Трампом в мире и в Европе связывают определенные процессы, и с Байденом тоже связывают. И вот очень интересно, я помню, как европейские политики говорили, что, ну, хорошо, пришел Байден, уже не будет Трампа, нам все теперь понятно, да? То есть политика as usual, да, обычная, принятная, классическая. Но теперь, если Трамп снова может быть, да, то вот вопрос. Давайте так, самое первое мое утверждение заключается в том, что, ну, как бы вот сейчас на сегодняшний вариант, что если бы идет Трамп и Байден, то у Байдена больше шансов победить. Если идут два старика, но у одного есть аргументы, а другой является дестабилизатором, вы же не забывайте, если Байден очень опытный политик, там, с 50-летним стажем, слова лишнего не скажет, а если скажет какое-то лишнее слово, то это часть какой-то большой игры. То Трамп очень любит экспромты. Вы можете себе представить, сколько черных, негров, транссексуалов, ЛГБТ он еще пооскорбляет. Это еще тот человек, понимаете? Так что где-то, если так, то, конечно, мне кажется, больше шансов у Байдена. Второе. Два старика. Это будет третье. Второе. Байден все-таки заинтересован в победе Украины над агрессивной Россией. Более того, мы даже знаем, когда. Желательно где-нибудь, где-то ближе к выборам президентским. Так что, по крайней мере, конечно. Уточнение. Вы как опытный политтехнолог, скажите мне, для того, чтобы правильно раскрутить в За шесть хороший, месяцев. да? За 6 месяцев раньше нельзя. Значит, Позже нужно тоже нельзя. закончить к концу этого года. Позже. Да. Ну, где-то так, да? Тогда этот вкусный пирог будет съеден американцами. Если он скажет перед выборами, это уже не поможет. Они уже наедятся гамбургеров, и пирог с них уже не полезет. Другая вещь, если, знаете, мы, конечно, периферия, но Соединенные Штаты для нас очень важны, без всякого американизма. Но проблема заключается в том, что Америка имеет столько крупных проблем. Не случайно же они эксплуатируются в пропаганде России, понимаете? Кризис Соединенных Штатов и так далее. Что, как правило, Америка выходит через мощный политический кризис очищения как республиканской, так и демократической партии и всех ветвей власти. И в этом смысле ни Байден, ни Трамп, будучи двумя стариками, не справятся с этим. Это должны были два новых кандидата от республиканской партии, относительно молодой, и от демократической. Это будет означать, что военно-промышленный комплекс, крупнейший IT, как они, технические, как говорят, гиганты, политическая элита, культурный истеблишмент Соединенных Штатов одновременно будут искать
решение всех проблем. Потому что в Соединенных Штатах не перевороты, и не церковь, и не самые добрые люди, как правило, привозят эти, а смена во время выборов. Сами проведение выборов благотворно действует на Соединенные Штаты. Не на республиканскую партию, демократическую, а именно на США. Это очень важно. Поэтому если бы там были два кандидата относительно молодых по отношению к сегодняшним, то это означало, что Америка вступала в политическую и культурную перестройку. Как это происходит у них каждых 70 лет, 70-80 лет. Вот в чем дело. Она уже созрела для этого. Если это не произошло, кто бы не победил. Если вдруг происходит, что Трамп соскальзывает, а я, например, ставлю на Такера, Карлсон Такер. Это какой-то новенький кандидат, Виктор. Не немножко нам расскажи. Это человек, который 5 лет издевался над Байденом, над демократической партией. Это знаменитейший, который собирал по 2,5 миллиона человек каждый вечер на Fox News. Это которого сейчас уволили Fox News. А, это же журналист. Я не про, внука Кеннеди и не про Де Сантиса. Де Сантис уже совершил колоссальную ошибку, потому что он поссорился с одной невидной фирмой, называется Диснейленд. Он, Диснейленд есть во всей Америке, но это и даже в этом. И Диснейленд есть и во Флориде, потому что каждый американец мечтает на 2 недели приехать поплескаться в теплом море. И, естественно, сводить детей в Диснейленд. И Де Сантис, он же не масштабный политик, чувствуется провинциал. Он поссорился с Диснейлендом, который находится во Флориде. От чего он поссорился? Чем ему Диснейленд? Нет, с точки зрения губернатора, тем более латинизированного, он прав. Они мало платят налогов. И он говорит, а вот отдайте нам этот миллиард, который летом делал. Они говорят, не отдадим, у нас есть подпись 32-го года, но я шучу 32-го года, о том, что вот, потому что в 32-м году только вышли фильмы эти детские, мультфильмы. Я про другое. А что делает этот Диснейленд, когда уже становится ясно, что Де Сантис становится кандидатом? Недавно, буквально на прошлой неделе, а может быть и на этой неделе, Диснейленд принял решение уйти из Флориды и обидеть всех американских детей, чтобы американские дети, когда их привозят во Флориду, говорили, а где наш Диснейленд? А этот Диснейленд выгнал из Америки кандидат Де Сантис. Вы понимаете, для демократов какая-то удачная, то есть молодых матерей обижает, детей обижает. Второй вариант. Детей еще нет. Женщины, способность фертильного возраста, забеременела. Нравится это или нет. Наконец-то появились таблетки, а не обязательно там инвазивное вмешательство. Вы понимаете, в чем? Не аборты. И теперь Де Сантис сказал, умру, но как католик я не разрешу эти таблетки. Американцы говорят, это, во-первых, не твое дело. Мы принимаем решение. Мало того, что это моя личная женская проблема, а ты еще принимаешь решение, что у нас в семье или что с моим возможным ребенком. То есть он запретил. Так что на самом деле, скажем так, даже если идет Де Сантис, который полностью проходит как молодой, а Байден как старый, то фактор молодости не будет действовать из-за того, что он слишком, скажем так, неперестроечный. Я же вам сказал, Америка нуждается в перестройке. Вполне возможно, что любой президент это будет делать. Но это будет все обсуждаться в борьбе программ республиканцев. Это будет нетрадиционная программа. Там будет масса сенсаций в выборах в Америке. Нам устраивает пока Байден, потому что этому человеку за 6 месяцев до выборов нужна победа Украины. Ради бога, мы должны нам молиться. Но если будет кто-то другой, значит будет острая проблема между Де Сантисом и молодым этим. Молодым кандидатом из демократической партии. И я повторяю, это будут необычные выборы. Потому что речь идет уже о могучей перестройке Америки. То есть что-то принципиально важное должна или тот, и другой высказать. Не личный фактор будет играть роль. А та партия, которая, будем вооружена более сильной избирательной программой. Так что вот все там закручивается очень хорошо. Виктор, теперь давайте объединим вот начало нашего с вами разговора и историю про США. Вот вы очень интересно сказали, что этот посол, которого назначили, да, из Китая, будет очень медленно ездить, да, между там условным там Киевом, Москвой, еще там Пекином, может, еще какими-то странами. Предполагается, что между разными странами будет ездить.
Насколько это понравится Америке и почему вообще Америка должна допускать этого посла? Потому что ведь, ну, ведь такое дело. Китай потом скажет, ну вот, какие мы молодцы, мы вот вообще все тут Нет, сделали. нет, нет. Если вдруг. Я вижу. Как это, да? Да, да, вы понимаете, я вижу, они не боятся сейчас по Саудовской Аравии. Иран и Саудовская Аравия – это же мировая сенсация. Шииты. Конечно, да. И вдруг китаец, который держит за шкирку, скажем, и саудов, и этих. И я что-то вижу, полное спокойствие. В западноамериканской прессе они говорят, у нас есть много аргументов. Я вам скажу, какой это аргумент. Есть огромная книга такая, 750 страниц, великолепная. Очень советую купить, по крайней мере, поставить. Называется «Нефть». Мощнейшая. Я не помню уже автор. 700 страниц. Читается как детектив на одном дыхании. И там показывается, что только открытие нефтяных полей в Саудовской Аравии привело к созданию реального государства саудов. А до этого там не с кем было заключать договора. Это все очень серьезно. По такой же схеме было создано и Арабские Эмираты, вы извините. То есть во многом государственный каркас сегодняшних арабских стран, ну, прежде всего, саудов и араб, он во многом зависит от американских концептов. И я думаю, другое дело, что, конечно, скандал, когда Арабские Эмираты разрешили в 30 километрах от Абу-Даби. Абу-Даби. Вы были в Абу-Даби? Нет, Прекрасный не город. было. 30 километрах. Это совсем близко. И вы это строить невинное китайское какое-то торговое предприятие, которое страшно не понравилось американской разведке, потому что там слишком много радиации. Зачем вам так много электроники? А китайцы говорят, мы любим электронику, а тут летают ваши самолеты, это все очень приятно. То есть на самом деле американцам придется бить еще по рукам, и китайцам, и иранцам, и саудам, чтобы немножко восстановить. И поэтому им нечего бояться, что это. Тем более, что как, чем бы, если закончится война и китайцы примут в этом участие, все равно мы с вами понимаем, что Соединенные Штаты, НАТО и Европа – это первые вкладчики в наши победы. Я думаю, что мы не будем после этого учить китайский язык. А теперь я возвращусь к одной детали. Знаете, что еще говорит о том, что Китай ведет себя посредник и очень посредственно, как троечник геополитики? Понимаете, вот если возьмем маленькую Белоруссию и огромный Китай, так белорусское посольство там, особенно и торгово-экономическое, просто огромное. У нас до сих пор не было посла. 4 года. Китай должен обижаться на страну, которая не хочет с ним разговаривать. Это крайне низкий уровень украинской дипломатии. И мы знаем с вами почему, потому что МИД играет вторичную роль по сравнению с офисом президента. И офис президента просто не успевает все. И Китай может даже на самом деле обижаться на Украину, которая за 4 года не удосужилась понять, что Китай мировая держава и просто нужны эти контакты. Это как раз, то есть мы начинаем переговорный процесс с Китаем с худших позиций. Это очень важный момент, и китайцы имеют полное право показывать на 40-тысячную технических работников в Белоруссии и здесь, что у нас происходит. Ну, вернемся назад. Я еще раз повторяю, Китай уже понял, что Россия не является достаточно равноправным союзником Пекина. Поэтому знаменитое выражение 20-го съезда КПК «Двухполярный мир» относится к Соединенным Штатам и Китаю, а не к Китаю и к России. Соединенные Штаты тоже, как мы с вами знаем, и мы вместе с Соединенными Штатами, мы открыто говорим об этом секрете, заинтересованы в резком ослаблении России. Да, в данном случае интересы Украины, Китая и Соединенных Штатов совпадают. Никакого цинизма здесь нет. Большая геополитика иногда приводит к таким результатом. Ну, Путину надо обижаться на медленного представителя китайской дипломатии, который будет говорить, ну что делать, поезд очень долго едет. Вы знаете, я на автобусе ехал к вам. Вот вы сказали сейчас очень важную фразу, которую, может быть, мы ждали достаточно долго, о том, что интересы Украины, Китая и США совпали. Да? Совпали. Вот если они совпали, то что это означает для России и что это означает для Украины? Потому что ведь означает ли это какие-то простые решения
или пока непонятно? Это означает самое простое решение о том, что все три государства не заинтересованы в сильной России надолго. Если хотите, я вам объясню, что такое надолго. Да, Потому очень что хочу. после того, когда Россия проиграет свою войну в Украине и рухнет путинский режим, там пойдет то, что всегда на Западе делалось по отношению к России. Это называется «Перестройка-2». А «Перестройка-2» будет конкурировать с националистической Россией, когда вместо Путина, вместо империи, а империя – это не национализм, понимаете, что бы мы ни говорили, появится националистическое Русь или националистическое русское государство. А это только мечта для Соединенных Штатов, потому что я вам только что сказал, что Китай беременен национализмом, которому нужен будет выход. И Россия после своего поражения, ее реваншизм будет консолидирован и переварен в виде русского национализма. Вы заметили, недавно выступал паренек беленький такой на Красной площади, шаман. Да. Это Если ужасно. Я его это впервые ужасно, послушала. но это же возбудило половину России. Они говорят, вот какой нам правитель надо. Ну, даже не правитель, вот такой нам нужен, а не старый обрюзгший майор КГБ, который вцепился за эту власть. Еще раз повторяю, Западу придется столкнуться с двумя вещами. Перестройка в России, а вы знаете, что любая перестройка в России заканчивается передачей части ядерного оружия Западу, или уничтожение, ну, так произошло в 91 году, сейчас будет так. И одновременно другой проект, который будет говорить, русский народ без ислама, без Кавказа. Понимаете, к чему дело идет? То есть игра, как только закончится война на территории Украины, начнется страшная игра всего мира на территории России. И в ней будет играть и Пекин, которому очень важно найти своего внешнего врага. Это будет либо Япония историческая, либо историческая Россия. Сейчас это не враг, потому что это империя. Они договариваются с друг другом. Но после поражения, когда рухнет режим личной власти Путина, про империю все забудут. Все будут говорить о русскости. О русскости. Татары, башкиры, Кавказ. Вдруг вспомнишь о том, что они тюрки, мусульмане и так далее. Ну, мы же с вами это 30 лет назад видели. Все это будет автоматически. Даже от тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины и воюют с Украиной, они уже начнут воевать с русским государством, с русскими, потому что они башкиры, татары, но они действительно, посмотрите их демографию, у них по 1,5 миллиона 10 провинций, это все воюющие провинции. Сейчас Путин мог направлять миллиардера президента Татарстана в Молдову, Гагаузию, чтобы тот организовал там сепаратистское движение, финансировал, конечно. Сам этот политик, он не занимается войной. И молдаване, молодец эта женщина, слушайте, нам женщина не хватает президента. Она сказала, ты миллионер, миллиардер, ты даже не выходи из самолета, потому что ты не прилетел ко мне и не поздоровался, а летишь сразу в Гагаузию. Мне не нравится это. И даже не выпустила его из его роскошного самолета стоимостью 64 миллиона долларов. Он вернулся Отлично. назад. А теперь я думаю, что как только начнется перестройка, у него будет много-много работы по национализации Татарстана. То есть, ну это же естественно. Дело не только в нем, а просто будут подбирать жирные куски, которые останутся там, где это есть. Так что вот так. Виктор, теперь следующий вопрос. Если в этот момент мы видим, что интересы Америки, Штатов и Китая совпали, означает ли это какое-то относительно быстрое завершение войны? Ну, потому что если интересы совпали, то, с одной стороны, вы говорите, будут долгими эти переговоры, да? Мы видим, Да, что да, да, Китай да. заинтересован более медленным. Да, да, Но да. насколько медленным? Это тоже важно. Да, Америка, вы да. сказали, у Америки немного времени, то есть где-то Немного, до конца года. А у Китая Ну много, да. Вот Да, как да, это да. Это будет конфликт. Это будет одна из разбалансировка? площадей, где Китай заинтересован раз за 3 месяца не оккупировал, то теперь нам нужен слабая Россия со слабым президентом. И это уже видно, что президент Путин ведет вторично и пресмыкается перед Си Цзиньпином.
а через, если, допустим, война, не дай бог, продлится больше года, то это будет еще раз слабее, в 5 или 6 раз человек, против которого уже он будет даже одинок. Это будет совсем другой Путин. И это, не устра... это устраивает немножко Соединенные Штаты, но больше устраивает Китай. Это крайне важно. Так что тут посмотрим, кто переиграет. Мне кажется, Соединенные Штаты переиграют, потому что они умеют работать с динамикой, со скоростями. А Китай принципиально считает, что 4000 лет – это хороший аргумент, чтобы двигаться медленно. Вот в чем дело. Так что вы правильно, вы очень правильно поймали это противоречие. Украина заинтересована, чтобы это закончилось как можно быстрее. И вы увидите, как будет нарастать вот это недовольство нашим этим китайским посредникам, который уедет и скажет, а теперь у меня день отдыха, я приеду осенью, потому что мне надо там цветы посмотреть или еще что-нибудь. Это не Киссинджер, который мотался молодой и по столицам и добился своего. Это будет чисто медленное китайское спускание крови с Москвы. Да. Теперь, Виктор, еще то один. То есть я не стравливаю Китай и Россию на том основании, что я украинец. Я не пропагандирую ничего. Я просто показываю геополитические 20-летние тренды, в которые заинтересован и Китай, и Украина, и Соединенные Штаты. Нам нужно, кстати, давайте откровенно скажем, не только победить, но и победить слабую Россию. Потому что на территории слабой России должна появиться русское слабое государство, а у нас сильная Украина. Только вот такое соотношение даст мир в Европе до конца 2021 года. Виктор, вся Россия очухается буквально в течение 10 лет и пойдет опять реваншизм. А если будет все-таки поделено на русское слабое государство принципиально, которое вы же, давайте скажем откровенно, придется еще выплачивать контрибуции? Это же такая история. И поэтому только такой вариант. И более того, только Украина, в отличие от Европы, заинтересована в том, чтобы там было слабое государство. И мы тогда будем с вами спокойны. Демилитаризированное, слабое, пусть не демократическое, пусть. Потому что вы же не забывайте, нам нужно немножко национализма, который пошел бы в сторону Китая. А он пойдет, потому что китайцы не остановятся. Они не могут остановиться. Они 4000 вот куда-то идут, понимаете? Виктор, еще одна интересная история. Вот мне просто очень интересно, как бы вы это прокомментировали. Я обратила внимание, что вдруг даже в наших средствах массовой информации стали писать о том, что некто Медведчук, который уже там как бы комфортно чувствует себя в России, стал собирать какое-то странное политическое движение, куда вовлекаются все те, кто рано или поздно сбежал из Украины. Более того, сегодня я прочла, что Дмитрий Табачник вдруг будет баллотироваться в какой-то там Запорожье, запорожский, какой-то местный орган. На Единую Россию, да. И вот это возрождение и стягивание вот этих бывших политиков, да, которые сбежали в Россию, это ведь какой-то процесс, да? Это ж я сомневаюсь, да, что это просто инициатива Медведчука или что-то еще. Нет, зачем-то их готовят, а если их зачем-то готовят, то есть какой-то план. И вот видите ли вы в этом план, или это у меня просто уже конспирологическая глупость? Нет, вы абсолютно правы, но я хочу показать, что мы с вами сильнее кремлевских политологов, аналитиков, системщиков. Я несколько раз уже на вашей передаче употреблял слово «нужен второй фронт». Мы на самом деле должны, именно мы, не Европа, никто за нас это делать не будет. Мы должны были активно заниматься саботажем, партизанским движением, городской герильей, поддерживать этнические и религиозные конфликты на территории России. Это только наша задача, потому что после войны мы должны иметь ослабленное государство. Они же делают то же самое. Им нужна после войны ослабленная Украина. Мы же с вами прекрасно понимаем, что они будут бороться за эти земли. И хотя мы освободим нашу территорию, эти люди есть второй фронт против Украины.
Я же сказал, первый фронт – это вот это боевые, это позиционные бои, которые идут уже полгода. Там не будет никаких особых изменений. А если будет, это не приведет ни к распаду. То есть Кремль уже готовится к послевоенной войне к Украине. Это не просто, как мы думаем, ай-яй-яй, такие подонки и циники хотят легитимировать. И Медведев, который сказал, другая Украина, хотя уже есть другая Россия, вы знаете. И тот же Табачник, это все подготовка войны России против Украины после окончания этой войны. И это на самом деле мы должны раньше этого, мы должны говорить о том, что у нас свои есть кандидаты здесь, которые будут сражаться на территории России. Мы должны создавать движение из эмиграции, из россиян, которые будут называться «Другая Россия». Мы должны заниматься саботажем, мы должны день и ночь заваливать ракетами и дронами Россию, даже самыми безобидными, для того, чтобы исчезли последние, я повторяю то, что сказал в прошлый раз, последние связи между Путиным, который отвечал за безопасность, а не за благосостояние, и российским населением. Они должны чувствовать, что Украина никому не дает жизни, что они просто должны изменить точку зрения, а не покаяться. Нам не нужно кающихся россиян. Это ненадолго. Завтра выпьет стакан водки и скажет «вперед в бой». Точно, это без всякой, я вам говорю, иронии. Я же видел это не раз, понимаете? Я помню страшно, в 2008 год я поехал с родственниками в Сыктывкар. Мы заехали там, где медведи, волки гуляют, 4 часа ночи. И после 3 бутылки водки большой коллектив говорит: «Мы будем бомбить Киев». И я один такой сижу, украинец, говорю: «Я не понял. Вы выходили когда-нибудь в своей церкви?» «Да». «А вы видели памятник рядом с церковью маленький, 56-го года?» «Да». «А что там написано?» «Мы никогда не читали. А там написано, что эту церковь основал Чернец Киево-Печерской лавры». «Ну, церковь тогда, не лавра была». Я говорю: «Это мы дали вам христианство, мы дали». «Ну, а что значит пьяный разговор?» То есть, на самом деле, у россиян и у русских это сидит очень крепко. Понимаете? Поэтому активная война горячая, которая закончится, но мы должны быть готовы после войны и сейчас к сильной холодной войне, дипломатической войне, к кибервойне, которую нам придется осуществлять, не советуясь, может быть, часто и с нашими коллегами. А просто говорит результат. Вот смотрите, в Санкт-Петербурге местные городские партизаны взорвали то-то, то-то, то-то. А американцы будут говорить: «Ну вы как-то осторожнее это делаете, ну нельзя же так». Ну то есть очень важно вот этот второй фронт, который нужен сейчас, чтобы не только при приграничной области чувствовали себя плохо. Мы уже добились важного результата, я отвечаю это про Медведчука и про этого, и про Табачника. Табачника, да. Мы уже добились того, что идеологическая скрепа в виде 9 мая не работать будет на приграничных областях. Так это уже здорово. Это надо продолжать, понимаете? Повторяю, партизанское движение, саботаж, поддержка русских, которые показывают в борьбе со своими же здесь на территории Украины. А не говорить им, что: «А, вы говорите на русском языке и убиваете российских солдат». Нет, вы сначала заговорите на украинском и при этом убиваете российских солдат, а после этого мы вам поверим, что вы еще... Не, мы заставим вас учить еще там, может быть, какие-то песни или еще что-то. Это неправильно. Мы должны активно работать с Россией уже сейчас, как страна, которая обязательно выиграет. Потому что, повторяю, Европа будет всегда обижаться на нас. Мы победим не на фронте, не обрушится никакой фронт. Мы просто победим, когда будет давление и внутри России, а давление мы должны организовывать, и внешне, когда большой, мощный военно-политический вал Запада, НАТО, Соединенных Штатов и Украины поможет привести к падению режима. Мы должны дискредитировать. Смотрите, они берут все наши негоразды, всю нашу коррупцию и показывают это, что такой украинский режим. Это правда. Нам обидно. Но почему мы это не делаем? Понимаете, то же самое. То есть существует же могучий, поверьте мне, просто, может быть, я в возрасте, но существует могучий опыт и методы холодной войны, которые достигали больших результатов в войне между двумя державами, СССР и Соединенных Штатов.
идеологическая война, кибервойна. Но вот смотрите, какой сладкий кусок сейчас нам идет прямо в руки. Россия создает сейчас реестр всех, кто военнообязанных, 30 миллионов человек. Этот реестр будет на полуоткрытым. Там будет фамилия человека Голопупенко. А, нельзя, Голопупенко-то по-украински, нет. Иванов. Такого-то года рождения, полстраны будет, говорит, какой класс, а Сидоров не попал на войну, Иванова забирает, а русские, а украинцы обязательно его перемолят там в порошок, в этот, а Петров будет радоваться, а вот Сидоров будет говорить, а почему Иванов, а не Петров, и почему там, допустим, нету детей райисполкома, горсовета, всех олигархов и так далее. Другой вариант. Карта электронного слежения всех этих камер в Москве очень оригинальная. Там есть так называемые пустые места. Когда журналисты российские, когда это еще было возможно, наклали эти пустые места, где карты, где не работают эти пульты эти слежения, то оказалось, что там живут олигархи, миллионеры, бюрократия. Вот вам прекрасные места для наших дронов, для саботажа, для партизанского движения. То есть существует масса... Мы просто и чисто идеологически не понимаем, что мы стали на самом деле сильным государством. И заплатили за... И платим за это очень большую цену. А у сильного государства есть и свои удобства. Да, и его боятся, и у них появляются перспективы. Перспективы какие-то, вот так и так вот... Очень важные перспективы. И один из таких перспектив – это открытие холодной воды, гибридной воды, идеологической войны, информационной войны на территории здесь и сейчас России. Возвращаясь, а и мы с вами, когда возвращаясь к ответу по Медведчуку и по Табачнику, мы начинаем опаздывать. Они тоже понимают, что им нужен второй фронт, давление на украинскую власть. Помните, я вам всегда целый год говорил, наша сила оказалась в единстве президента, населения и армии. Это просто здорово. Это просто здорово. И у них хватает ума в Кремле понимать, что они должны разбить этот треугольник. Тогда Запад 20 раз подумает, стоит ли помогать государству, которое больше похоже на... сама уже идет к гибели. И поэтому они тоже объявляют. И точно такой же треугольник нам там надо разбить. Нужно показать населению о том, что вы включены в войну. И даже если вы не участвуете и можете выступать в интервью и говорите, а мы не знаем, что там творится, у нас праздники. Не будет у вас праздников. Потому что давайте откровенно, когда начиналась война, то есть два важных результата. Первое. Россия оказалась неспособной оккупировать Украину. Запад удивился. Помните, 48 часов министр финансов говорил? Да, да, да. Вот есть. Вот это важный момент. И второе, что вот мы не понимаем, что война ведется не только на фронте. На фронте, на самом деле, мы исчерпали возможности победы. Полуторакилометровый фронт – это не наш стиль. Мы должны удержаться. Но нам здорово было бы, если бы нам удалось бы разбить треугольник телевидения, Путин, население и армии. Смотрите, как нам идет навстречу Россия. Нет, давайте сначала, как мы навстречу России. Вы только что показали, что Россия начинает раскручивать свои идеологические проекты против Украины. И я вам показал, что это часть уже войны внутри власти, внутри украинцев, внутри армии. Это все не случайно. Они будут искать уже не ФСБ, а будут искать массу людей, которые устали от войны, еще что-то. Это просто делается опора. Как мы пытались завести два десятка русских с автоматами на Брянскую территорию, так теперь точно так на оккупированную территорию эти кремлевцы, россияне завезли наших предателей. Это... Кстати, СССР так делала когда-то с автономной республикой Финляндия. Была же такая республика.
Финляндская, Карело-Финская республика, которая, и там было сформировано свое Медведчуковское, это вот Медведчуковское и правительство, которое должно было после победы над белофинами в Финляндии. Точно же такая же республика была сформирована из того, что сейчас называется Приднестровье. Она называлась Автономная Молдавская, а потом части должны были зайти в Молдавию, и это все должно было соединено. Так что это все было, то, что делает сейчас Табачник и Медведчук. И мы точно так же должны делать. Мы должны поддерживать Кавказ, мы должны поддерживать этнические, всех башкир, всех мусульман, что угодно делать только для того, чтобы там дрожала власть. А мы начинаем с вами опаздывать. Вот как я хочу закончить ответ. То есть это не просто не случайно, а не просто раскрытие, что мы вот с вами вдвоем понимаем, что происходит. Нет, надо показать больше, что мы должны в 10 раз больше точно же такими методами работать. Что у нас нет талантливых, но патриотов, людей, как Медведчук и Табачник. Да есть такие люди. Просто они не подозревают, что Украина должна бороться, продолжать, но уже мирными средствами, гибридными средствами, средствами холодной войны, сейчас и после войны. Виктор, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы вам за это очень признательны. И вам спасибо за хорошие вопросы, потому что они позволили мне, по крайней мере, зацепить и коснуться. Вы видите, все связано со всеми, и все движется. И это очень важно. Так, спасибо вам большое. Спасибо. Виктор Небоженко был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. И, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь.